В одном из моих предыдущих видео я поделился впечатлениями о том, как пытался оформить полис ОСАГО в электронном виде. Этот ролик вызвал большой ажиотаж, поэтому я решил записать новое видео. Сейчас мы пытаемся разобраться, как все же получить электронный полис ОСАГО. И я нашел два выхода. При этом один оказался неожиданным. Вам придется досмотреть видео до конца. Решение будет очень интересным января 2017 года можно получить полис ОСАГО в электронном виде онлайн. Однако страховые компании не заинтересованы в подобные услуги и пытаются вместе с полисом ОСАГО навязать дополнительные услуги – медицинскую помощь, защиту от несчастных случаев. Поэтому, когда вы отказываетесь приобретать дополнительные услуги, зарегистрироваться и оплатить полис ОСАГО не дают всякие технические неисправности, которые, как мы уже выяснили, создаются искусственно. РСА, естественно, в курсе проблемы, однако не отреагировать они не могут, поэтому пару лет назад был найден такой выход. На сайте РСА вы в любом случае должны получить электронный полис ОСАГО, поэтому работает схема так называемой дежурной страховой компании. РСА вам предлагает какую-либо страховую компанию, которая в любом случае сейчас вам должна обеспечить выдачу электронного полиса. Но, как правило, это неизвестные страховые компании, представительства которых не всегда есть в нужном вам городе. Как это было в моем случае на предыдущем видео, ссылка в описании. Итак, мы подошли к первому способу получения электронного полиса от страховой компании, которые нам интересны. Для этого подготовкой к получению электронного полиса нужно заняться до истечения текущего полиса. Нужно заходить каждый день на сайт РСА, вводить свои данные и пытаться получить полис ОСАГО. Будут предлагаться различные дежурные страховые компании на сегодняшний день. Среди них могут попадаться и ВСК, и Росгостра, и прочие популярные страховщики. То есть, в принципе, то, что нам нужно. Значит, первый способ получения полиса ОСАГО онлайн – это просто каждодневные попытки, пока попадется нормальная страховая компания. А теперь расскажу, как я получил полис ОСАГО онлайн от страховой компании ВСК. Я, как и каждый год, пытался зарегистрироваться на сайте онлайн, при этом я уже продлевал существующий полис ОСАГО именно в ВСК. Однако код не приходил, либо приходил слишком поздно и сессия истекала, и я не мог никак оплатить полис. После нескольких дней попыток пришлось все же идти ножками в офис страховой компании. Уже много лет являемся вашими клиентами, а вы не хотите нам продлевать полис. Давайте с этим что-то делать. Не знаю, что привело к этому, но получилось так, что директор этого офиса вышла со мной на связь и по электронной почте прислала волшебную ссылку на регистрацию. Это партнерская ссылка, которая содержала в себе особый промокод. Когда я по ней перезарегистрировался, я без проблем снова заполнил карточку на получение полиса Осаго онлайн, буквально с первой попытки оплатил его и получил электронный полис на почту, как это обычно и бывает. К чему я веду? Я готов поделиться с вами этой ссылкой. Проблема в том, что я не знаю, на какое количество регистраций действует эта ссылка, поэтому поступим следующим образом. Я готов прислать эту ссылку с промокодом каждому, кто выполнит простое условие. Нужно подписаться на мой канал и написать мне в любой соцсети, ссылки будут в описании, из какого он города. Я тут же высылаю промокод, а вы мне потом расскажете, как быстро у вас вышло получить пользу ОСАГО онлайн. На этом у меня все. Жду в комментариях ваше мнение об этом вопросе, а также сообщений в соцсетях, которые я указал. Если вам эта информация оказалась полезной, подпишитесь на канал.